Ну вот мы подъехали к железной дороге. Это за ягодой к арендой. Брат Сергей нас привез на своей машине. Коптер. Завязки у меня. Свет. У кого завязок нету, возьмите у меня. Давай мне. Я хотел сказать, Виталик, я долго тащил, а то я прощу. Берите. Фу, жара, слушай, а? Сейчас я отставлю. Вот завязка, брат. Сергей. На, возьми завязку. А мое ведро тоже возьми, пожалуйста. Со мной. Все, погоди, дай я брошу. Я сам залез. Давай руку, чтобы быстро я тебя вытащу. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Это лишнее. Баловство. Поезд едет тихо, не слышно, как правило. Нет, видно. Давай. Давай. На меня. Ягодки не видать. Давай. Господи, благослови нас. И помилуй место сие, сохраняй от пожара, от воров, от нечистой силы. Аминь. Аминь. Походи. Смотрите под ноги, тут глубокие ямы есть. Ямы? Да. Сладенькая. А я покрупнее нашел сладкие, очень сладкие. Вот она, это вот дерево. Там внизу они. Ну, я так и думал, что так и будет. Проходите сюда. А я все запито. Давайте с той стороны
получается дикая смородина? Да. Смородина скрещенная. Смородина с крыжовником скрещена. Крыжовником. Очень вкусная. Ну, вкусная, да. Я тоже первый раз тут попробовал, на Алтае. Ничего нет, надо идти в другое место. Ну это мало. Оля, он туда ушла. Ну, вот туда я пойду. Ну, показать, что она не погибла. Так, блин, посади себе. Что там, где-то, где? Ну, типа смородина. Кругленькая. Это смородина с крыжовником скрещена. Генетики скрестили? А? Генетики скрестили? Ну, видимо, да. Там где-то ягоды еще дальше будут. Я не знаю, как они выводили. Это получается генетики вывели, да? А? Да, генетики вывели. Может, просто как-то срастили их, что она выросла такая непонятная. Вот так, возьми, держи. Еще где-то подбей. А, вот она. Что, Николай, скажешь? Вкусненькая? Да. Ну, у меня на даче, по-моему, такая растет. Каренда, да? Какая? У меня как у крыжовника... Какая на даче? У меня дед сажал. Как у крыжовника листья, да, а ягоды смородина. Выглядят. Она сейчас очень мелкая уже, все. Ну, с куста это самое благодатное есть. Это чьи поля? Ягоды крупные здесь. Ты, может, Женя Долгова, не знаю. Чьи. Вы берите, а я пойду потроплю разведка. Заходи на мое место. Да вон, Оля, иди туда. Оля пускай. На мое место, там еще много. Да? Вон большие яблоки. Вон. Они, яблоки, да. Они сладкие должны быть. Вот эти вот желтые. Надо скорее давать. Там комбайны убирают урожай. Так, попробую показать. А там он комбайн убирает урожай. Вон, за лесопосадкой. Несколько штук ходят. Что, там тоже есть каренда? Нет, я говорю, комбайны ходят. Здесь? Да, вон там, по ту сторону. Гудит. Да, гудят. Ну ладно, не снимай больше, не трачь. Слава Богу, за все.